К сожалению, только происшествия на этой неделе. В эфире информационный портал городкимры.ру. Здравствуйте. 22 августа 3 человека пострадали в страшном ДТП на улице Володарского. Нетрезвый водитель «Шевроле Круз» проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и, уходя от погони, зацепил «Киа Рио», отчего вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта». Пассажирка «Шевроле» получила тяжелые травмы, вылетев через лобовое стекло. Тяжелые травмы получили также водители «Шевроле» и «Лады». Нетрезвый водитель «Ауди А4» потерял контроль над управлением на трассе Дубна-Кимры-Горицы и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Сам водитель и два его пассажира получили незначительные травмы. После празднования дня поселка Приволжский 22-летний нетрезвый мотоциклист на Иш-Юпитер-5 с 16-летним пассажиром выехал на встречку и столкнулся с мопедом. 16-летний пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами. Эти и другие новости читайте на портале городкимры.ру. До свидания.